Доброго времени суток, подписчики и гости моего канала. Я рада приветствовать вас на своем канале о рукоделии с Верочкой Татариновой. Сегодня я хотела поделиться с вами своей рождественской прогулкой в одно сказочное место, которое находится в селе Нелжа Воронежской области. Это прекрасное место для отдыха с детьми абсолютно любого возраста. Замечательная игровая площадка, отличный центр, прекрасно организованные мероприятия, огромный выбор программ и развлечений. Очень красиво, атмосферно. В праздники здесь поднимает настроение. Тут имеются большие комплексные программы, как лесная резиденция Деда Мороза, Масленица, сказочный лес, дом-избушка Бабы-Яги, каток и многое-многое другое. Впрочем, я не буду говорить, а вы посмотрите сами моими глазами. Всего вам хорошего. До скорых встреч. Подписывайтесь на мой канал. И я снова выпущу новый ролик. Всего вам доброго и приятного просмотра. Не спешите. Вот парк, вон там. Да, вон там будет дверь открыта. Вера, ты посмотри, как красиво. Thank you.
Господи, какие запахи, такое ощущение, что вот, ну вот пошло плохо. А вот травяной как-то. Да, смолистый дрова, короче. А, как красиво. Я не хочу в школу. Куда? 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 А тут закрыто сейчас. Так вот, ну, наверное, оно. Алёша, ты можешь туда вот так руку поднять и там сесть? Только телефон, смотри, туда не видно. Да, хорошо. А здесь вот темно, а внутри. Куда ты пошёл? Всё, и тоже это паук. Ну, папа, а что там? Сколько? Где она? Убежала в лес, наверное. Не тле, улетела. Ты не видишь, сколько мяток? Вот. Может выбирать любому. А нет, это сова. Нет, это. Где? Это тут Баба-Яга все живет. Сова. Яга. Знаешь, что сейчас? Баба-Яга. А это не играет. Это что? Пенники. Это сколько, наверное? Нет, это не блин, а каток там, да, по-моему, такая. У нас такая картина. Кстати, да. Там каток. Гарри Поттер, на чём каток? Слушайте, а это книга какая-то, смотрите. Блин, книга какая-то, видела? Жень. Как она же походу гуляет, не помню, как они. Пауки какие. Марина, видел книгу? Сама? Где книга? Вот она. И стоял на ногах, на коньках. А тут всякие разные. Так в чем проблема опять начать? Стоянка для ступ. Он одну арендовал, отправился. А вот, глянь, какая тряпочка висит. Ух ты, глянь. Не вижу. Сейчас ты увидишь, прям жутко тоже. Вот она. Я вот, так видишь? Понимаю, что это ловушка какая-то для кого-то. Для Илья. Вот она. Сетка. Сетка. Это игра. Одного черта. А тут ничего не видно, да? А тут, посмотри, тут прям сделали чистоколом, а там чистоколом так сделали. Красиво. Тут ничего не видно. Ничего не светится.
грудь какая. А? Чё там? Лена. Чё там? Чё там? Чё там? А вдруг сейчас дракон выскочит. Ух ты, класс. Что ж, без снимать. Не видно. Подожди, друг. Это маска какая-то страшная. Маска. Ой, там привидение типа, да. Прикольно. Юлька, ты была права. Что-то? Ничего я не вижу. Вон там, только там далеко светит. Смотри, вон там вот. Такая ветка, вот, как у нашей. Она ветка блестит, и вот все вот вся красота вот там. Тебе лесок надо показать. Ну, ему далеко ездить, если только взять его. Да. Вот так тебе, а ты думала. Что тебе это? Ну дай мальцутка, литовал. Погоди, погоди, вон еще у меня тут по очереди такая, тянутся. Противно, я баба, не могу. Тянутся все. Да, ты поближе, Тош, подойди. Конечно. А то что? Где клядущий? Вот так вот я вам. У меня вон для тебя тоже письмо-то поди, есть кому написать. Ну, так, вот тебе раз. Вот тебе конфету, и тебе, мой хороший, пожелание хорошее, и тебе тоже там, держи.
О, держи. Так, вот да, этот мальчик калитовал тоже. Иди сюда. Да, сумку как мне одарить. Ты что ж думаешь? Вот так. Вот, хорош мой, спасибо. Ну, дай мальчику, говорю, и девочке тоже. Погоди, ты дам. Да он козу унес, у него миссия была. Коза красивая, держи, вот. Во, богатый, погоди, погоди. Письма вон напиши, кому важному. И Энка вон тоже здесь была. Ой, погоди, погоди. Вот, держи. Ребят, вот вы вчера кто калядовал, кто нет, да? А ведь вы думаете, только на Рождество только ледует, а? Да нет, конечно. Там же на Василий Фечер еще. Ну. И знаешь, когда еще? На Старый Новый год, 13-го. Вот, это Василий Фечер считался, да. А значит, еще на крещение. На крещение. Но там в основном, знаешь, там не христианство, там пожелательных больше. Да. Вот что я думаю, что это мы традицию упускаем, а? Что это мы выгоду свою-то упускаем? Небось, в многоэтажных домах-то живете, а? Да какая красота, сколько этажов? О! Учительница. Вот здесь, в одном из трех домов. Ничего себе. Вот дома. Постройки конца 19 века. 1800 года. Да. Ну это да, это в кассе надо билет покупать. Надо за этой девочкой ходить. Нет, меня. А вы можно я фотографируюсь? Видно людей? Тебя не видно. А? Тебя не видно. Почему? Куда-то вперед. Да, это три дня. Все правильно. Женя, ты как раз с этого, с арфа. Вот это красиво. Что нужно? А ее можно продать? Да. Аня, давай гляди за тебя. Да, кстати. Что тебе напоминает? Ну, слава, какие люди. Мам! Мы идем! Мы идем! Не разговаривают, а? Прямо Марушка перед его с кем-то стояла. Не видно, да? Че? Блин, а вон там мостик еще, глянь. Не видно, да? А там этой нету камеры? Да там фотки. Залип телефон. Вот там. Все, хватит. Нет, ничего. Ой, а у меня видео снимается. Сейчас, подожди. Какой бахой.
Сколько мяса бегает? Один. Я домик сниму. Сейчас мешкать, да?